Дорогие петербуржцы, сограждане, всех нас глубоко потрясла трагедия в метро. Погибли мирные люди. Среди них жители Петербурга, других городов и стран. Мы получили многочисленные отклики со словами соболезнования из многих регионов и государств. Люди во всем мире выражают солидарность с нами, петербуржцами. Я приглашаю вас, всех неравнодушных людей, кого глубоко тронула случившаяся трагедия, завтра, 6 апреля, в 18 часов, к станции метро «Технологический институт». Ленинград, Петербург пережил многое в своей истории, в том числе и трагические страницы. Но он всегда был примером стойкости, мужества, героизма и сплоченности. Приходите завтра к «Технологии». Это будет наша общая акция памяти и солидарности.